Наталья Дуг уже более 7 лет работает социальным работником в Краснолуках и Горавках. У нее на попечении 6 человек, среди них ветеран войны Владимир Григорьевич Андреев и участница Великой Отечественной Пелагея Ивановна Тюхай. Мы застали Наталью у Владимира Григорьевича. Невзирая на отпускное время, женщина торопится к своим подопечным измерить давление, спросить о самочувствии и поделиться радостями и переживаниями. Эти люди для нее стали родными. Владимир Григорьевич в годы Великой Отечественной войны партизанил. Затем служил в контрразведке. В свое время уважаемый человек преподавал математику. Наталья относится к своему учителю с трепетом и уважением, как и ко всем другим подопечным. Гордится каждой минутой, проведенной в окружении таких людей, отстоявших честь нашей страны в годы лихолетия. Что же входит в круг обязанностей? Мы решили спросить саму Наталью. Сразу начинается день с 8 утра у нас. Дрова, вода, потом посещение магазина, продукты, потом приготовление, там, ну, то картошка, то супы, то тут еще это самое, аптека. Ну вот весь мой распорядок дня. И так у каждого посещаемого мной человека. Справившись с основными делами и обязанностями, Наталья с радостью проводит время с Владимиром Григорьевичем за долгими душевными беседами. Чаще он рассказывает о жене, детях и внуках. О военном времени вспоминает редко, с болью и горечью. Люди прошли войну, жизнь тяжелая была. Люди очень добродушные, хорошие, трудолюбивые, очень. Владимир Григорьевич – человек дисциплинированный. Невзирая на возраст, а ему за 90, ежедневно поднимается по расписанию, многое старается делать сам, а приходу Натальи радуется. Соцработник прочитает новости в газете, поможет добрым словом и делом. О социальном работнике отзывается как об ответственном, исполнительном человеке. Наташа, вот, неважно, я буду приходить и выпечками мерить давление. Приходила. Вот в субботу, в воскресенье придет смерть давления, порядок. Она в нужную минуту рядом, никогда не считается с личным временем. Мне опоры, поддержка, говорит ветеран. У инспектора по основной деятельности мы поинтересовались, какие же отзывы слышны от людей, за которыми ухаживает Наталья. Значит, я работаю инспектором по Краснолуцкому сельскому совету. Хочу ответить социального работника, Дуг Наталью Ивановну, как отзывчивого, всегда готового прийти на помощь. Работать в службе добрых дел Наталье очень нравится, поэтому пожелаем ей терпения и успехов в ее нелегком деле.